Итак, всем привет! YouTube-канал THBK «Иммиграция». И сегодня в студии нас двое. Я, Илья Киселев. И Андрей Бурцев. Всем добрый день. И мы непосредственно сегодня никого не пригласили в студию. Мы сегодня хотели рассказать вам о двух важных новостях. Первая важная новость. Естественно, мы смотрим собственный канал. Естественно, мы смотрим, как вы на него реагируете, какие комментарии вы пишете, какие вопросы вы задаете. Естественно, мы все это отслеживаем и собираем в некую аналитику. Соответственно, за последнее время мы поняли, что большое количество комментариев задается все больше и больше по кейсам политическое убежище. И мы приняли такое решение, что наверняка уже время пришло, чтобы создать онлайн-встречу напрямую с иммиграционным адвокатом Алексом Товарян. Я думаю, что мы ее проведем через неделю. Соответственно, так как мы ее проведем через неделю, есть время подготовиться и собрать аудиторию для того, чтобы вы могли прийти и все это дело осуществить и посмотреть. Для того, чтобы принять участие в онлайн-встрече, необходимо, первое, написать плюсик в комментариях, чтобы мы понимали, какое количество людей соберется и кому вообще интересен такой формат. Второе, это перейти по ссылке на почту, и, точнее, не так, не перейти по ссылке, а на почту под это видео написать письмо, что я хочу участвовать в онлайн-встрече. И мы вышлем, скажем так, инструкцию, как в ней поучаствовать. Участвовать можно будет в формате Zoom-встречи, чтобы это было максимально удобно, бесплатно и приятно. Вот. Я думаю, если надо сказать по поводу времени, наверное, то, что мы планируем ее не растягивать, то есть где-то вам, может, минут 40, там, 40-час академический такой, как принято у всех, когда внимание не рассеивается, вот я думаю, что до часа встреча будет нормально по времени не растягиваться. Да, да, совершенно верно. При этом при всем это будет час не просто вот, какого-то монолога, да, а вы в прямом эфире можете в чате задавать вопросы, и, собственно, на них Алекс Товарян, собственно, и будет отвечать. То есть для чего эта, собственно, встреча и создается? Это прямые ответы Алекса Товаряна, иммиграционного адвоката, на ваши вопросы. Это будет реально интересно. Это первая новость. И вторая новость. Вторая новость. Мы как раз продолжение того, что нашего YouTube-канала. У нас, мы замечаем, что у нас большая активность по комментариям идет, большой отзыв от наших зрителей. И мы замечаем, что многие спрашивают уже не просто там нас, да, как, может быть, экспертное мнение в этой теме, но уже начинают между собой общаться. И я думаю, что было бы правильно, и мы сейчас как раз в этом направлении пошли, сделать Telegram-канал для всех наших зрителей, подписчиков в том числе, где вы могли бы и в том числе и нам задать вопросы там, по вышедшему видео, и сами друг с другом пообщаться, узнать, там, допустим, как доехать до Тихуаны, какие билеты взять, что нужно, какие документы подготовить, где вы нашли машину. То есть все вот эти вопросы, которые у вас возникают, вы можете задать и будете уже в нашем Telegram-канале. Telegram-канал также будет называться THBK. Ссылку мы поставим под нашим видео, вы сможете по ней перейти, подписаться, мы вас очень ждем. И как раз в этом же Telegram-канале вы сможете написать, также, может, плюсик за то, что вы хотите участвовать во встрече с Алексом. И мы как раз соберем аудиторию из YouTube, из Telegram-канала, и как раз агрегируем вас в одну большую компанию, нашу большую команду, и будем все вместе общаться, делиться опытом и обмениваться информацией о тех, кто готовится к переходу в США, кто, например, на границе с Мексики и в Тихуане, допустим, перестоит, и те, кто перешел, может быть, поделиться своими впечатлениями, как это было. И мы как раз сможем уже напрямую общаться с этими людьми и сразу после выхода ролика сразу с ними выходить на связь. Вот. Это все, что мы хотели сказать. Таким образом, еще раз повторюсь, онлайн-встреча с Алексом Товаряном, иммиграционным адвокатом. Как в ней поучаствовать? Пиши под видео в почту «Я хочу участвовать» и ставь плюсик в комментариях. И в ближайшем видео мы расскажем, когда эта встреча произойдет. Ну, естественно, следи за каналом. Ну, и лайк, ну, без этого никуда. И вторая новость еще раз. У нас появился Telegram-канал, в котором вы можете кооперироваться, спрашивать друг друга, ехать вместе и так далее и тому подобное. Грубо говоря, сообщество нашего YouTube-канала. Также ссылка под видео. Всем пока, всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Пока-пока.